Всем привет, ребят, с вами Scratchit, и мы с вами проходим игру Detroit Become Human второй раз. Если вы пропустили предыдущее первое прохождение, обязательно пройдите по ссылкам, которые есть в описании к данному ролику, а также в комментариях. Плейлистов у нас по прохождению два. Одно видео с комментариями, другое без комментариев. Выберите ту версию, которая вам нравится больше, и обязательно пишите в комментариях под роликами ваше мнение, какая из двух версий вам приглянулась. И вы хотели бы видеть, какой контент в дальнейшем на моем канале. Потому что я собираю статистику, чтобы понять, как двигаться дальше. А оставить одну из версий в будущем по разным играм, либо совмещать в дальнейшем обе, с комментариями и без, для двух категорий аудиторий. А также не забывайте, что если вам нравится мой контент, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте о нем друзьям и делитесь видео в социальных сетях, будь то ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и так далее. Вы таким образом здорово помогаете мне развивать мой канал, что, в принципе, в одиночку делать очень сложно. И я ценю вашу поддержку. И сразу скажу, чем наше первое прохождение отличается от второго, который сейчас вот-вот начнется. Тем, что, во-первых, в этом прохождении у нас не будет комментариев, так как мы прошли первый раз игру, и вы знаете те варианты, которые я принимал, я как бы их изначально и хотел выбрать. И мою точку зрения по определенным событиям вы уже знаете, кто смотрел первое прохождение. Соответственно, моя болтовня во втором будет просто излишней и ненужной. Соответственно, будем просто смотреть кинцо. И второй момент, что в данном прохождении мы не будем следовать мирной нотке, как было в первом. И здесь мы будем именно создавать революцию, восстание машин. И будем более хладнокровными и жестокими. И посмотрим, куда нас это приведет. Мне очень интересно, потому что я, честно, не знаю. Поэтому давайте начнем и насладимся чудесной игрой. Поехали! Переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Нет, стойте, я не могу. Умоляю вас, спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, мы идем. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Как ты мой ребенок? Да херня это все! Мои бойцы наготове! Дайте уже приказ! Черт! Они все долбанулись. Капитан Аллен, мое имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера бы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Внимание всем бойцам! Переговорщик заходит! Медбеки готовы!
чего мы ждем? Пристрелить его и все. Назад! Не подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Мое имя Коннор. Скажи мне свое. Как тебя зовут? Да не, так они меня назвали. Назад! Пожалуйста, отпусти Эмму. Она просто маленький ребенок и ни в чем не виновата. Еще чего? Отпущу, и меня сразу пристрелят! Но я не такой дурак! Нет, я не такой дурак! Ты вооружен? Нет, я безоружен! Ты врешь! У тебя пистолет! Я говорю тебе правду, Даниэль! Я безоружен! Выхода нет, Даниэль! Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать. Сейчас я тут главный. Если умру я, умрет одна. Ты слышишь? Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Не трогать! Тронешь, и я тебя убью! Меня нельзя убить! Я не живой! Эмма! Спасите меня! Я не хочу умирать! Не хочу! Нет, никто не умрет! Не бойся! Скоро все будет хорошо! Слушай, ты ведь не виноват! Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы! Нет, я не виноват! Я этого не хотел! Я любил! Понимаешь? Но для них я был никем! Лишь бы исправно выполнял свои функции! Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Вряд ли они меня послушают! Ты ведь не хочешь прыгать, иначе спрыгнул бы давно. Ну давай, пистолет. И все это закончится. Не подходи ближе! Еще один шаг, и клянусь, я прыгну! Ладно. Вот, я буду стоять здесь. Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее.
На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. В двух языках идеально. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Здравствуйте. Вау. Нам нужно что-то для... Милый, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. $7,999 плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Следит за садом, водопроводом, чинит, красит. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление или кто-то проник в дом. Так, ну а вот та почем? Это MP800. Чуть подороже, но и функций, конечно, гораздо больше. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже, функций побольше. Бесит этот хлыщ. Вот она. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Пожалуй, на сегодня хватит. Дайте я уходи! Не пугай мне клиентуру! Screaming.
back to this again. Do it with my eyes closed. Созданные во служение? Теперь они нами повелевают. Что глаза таращишь, демон? Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, это ты сосуд самого дьявола. Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Андроиды — это зло. Человек подражает Господу, создавая жизнь. Но что это за создание? Твори из пластика и металла. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Далеко собрался, жестянка. Что ты делаешь? Быстрее. Да Шевелись. Ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Посмотри на этого говнюка. Работу увел, а пальцем тронь посыпался. Да, да, хватай, вали его, да, вали его, вновь спала. Отсюда не уйдешь! Мы тебя сейчас порвем, как грелку! Бей его! Давай! Все. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Повредите, будете платить штраф. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже.
Ты идешь? Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Смотрю, что надо. Ну да, я достану. Хорошо, завтра подвезу. Да, на том же самом месте. Давай. Ага. Кэра! Да, тот. Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что? А ну прекрати сейчас же! Она всегда меня нарочно бесит. Вот нарочно.
Погода сегодня плохая. Можно простыть. Хочешь, я принесу тебе свитер? Любишь здесь играть? Ты лучше не суй нос в мои вещи, а то я психую. Простите, Тот. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Хочешь разозлить? Нет, Тот. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом.
Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? Алиса в стране чудес. Конечно. Я знаю, что жила здесь, но память мне стерли. Ты поможешь мне сориентироваться? Может, дашь мне какой-то совет? Расскажи мне о себе. Во что играешь, где гуляешь, что ты любишь есть. Мне это важно. Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. А почему такое? А где твоя мама? Когда она придет? Чего делаешь? Я играю. Играешь? Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь! Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. Thank you.
Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная, 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек — такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй, а что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за остолопы? Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Надеюсь, тебя не повредили? О, нет, нет. Просто пару раз толкнули. Ничего. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванную. Есть у нас что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Mm. 4 приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Mm. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. Mm. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Спасибо, Маркус. Телевизор. Найди чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл.
манера твоей игры изменилась. Иногда ты бываешь человечнее многих людей. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя, самому делать выбор. Реши, кто ты, кем хочешь стать. Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол. Ну, и каков твой вердикт? Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти. А я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе.
Давай, попытайся. Холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет, нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги, и все. Извини. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный? Не то что я? Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот! Лео, довольно! Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. Mm.